Всем привет! Мы с вами продолжаем часть «Прорезанный удар». Сегодня мы разберем еще два полезных упражнения, которые помогут вам освоить слайс. Значит, напоминаю, что мы начинаем с универсальной хватки. Как ее проверить? Вот так вот. Резный удар выполняется именно с ней. Что нам сейчас нужно? Мы проходим вперед по линии до сетки, делая имитацию. Замах у нас левый локоть согнут, ракетка высоко. Мы делаем с вами приставной. Ведем руку, встречаем мячик на вытянутой руке. Вот здесь вот точка удара, плоскость ракетки ровно, смотрит на сеточку параллельно сетке. И отсюда начинаем уже уводить ракетку в сторону, чтобы мяч подрезать. Что здесь важно в этом упражнении? То, что мы оставляем плечи развернутыми. То есть у нас они не поворачиваются вот так вот к сетке. Они у нас остаются боком. Итак, поехали упражнение. Раз, шагаем за мячом. Переносим вес тела с левой ноги на правую. Замах, правая рука почти полностью прямая, левая согнутая. Держим за шейку ракет. Встретили, провели, тянемся вперед, вес тела уже переношу. Раз, прохожу, плечи остаются у меня развернуты бок. И раз, и... Итак, второе упражнение. Нам необходимо понять, как встречать резаным ударом мяч в более высокой точке и, собственно, как его вообще подрезать. Для этого мы подходим к сетке, встаем параллельно сетке, у нас плечи и ноги развернуты. Выводим ракетку на ударную позицию. Ракетка почти полностью вертикально, чуть-чуть она под углом, чуть-чуть под углом. Ударная позиция у нас перед носочком впереди стоящей ноги. Для правши, соответственно, перед носочком правой ноги. То есть вот она по диагонали. Здесь у нас точка удара наша. Мы вывели на точку удара. Здесь встречается мячик. И отсюда мы начинаем провожать ракетку как маслица. Как будто срезаем маслица. И встретили, маслица, раз, срезали. Еще раз. Замах, ноги согнуты, колени. Встречаем на прямой руке. Вот более высокая точка для резаного удара, если мячик высоким отскоком был. Вес тела я переношу вперед на правую ногу уже. Переношу вперед и отсюда маслица. Раз. Можно сделать серию вдоль сетки. Проход. Теперь непосредственно сам удар. Мы разобрали с вами резанный удар с бэкхенда. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментарии, я обязательно на них отвечу. И также, если есть какие-то предложения по видео, которые бы вы хотели разобрать, какие-то элементы, также я жду ваших отзывов.